красочные картины и изысканные изделия ручной работы. Толпы людей окружили новейшие образцы живописи. Так проходит первая в Крыму ярмарка современного искусства. Многие из присутствующих сегодня гостей не поняли весь масштаб мероприятия до того момента, как они попали сюда. И только когда они попадают сюда и понимают, насколько здесь была проработана вообще структура мероприятия, сколько гостей было приглашено, какая развлекательная программа. Они говорят: вау, мы такое видели только в Европе. Ярмарка искусства объединяет галереи, музеи, арт-группы крымской столицы. Здесь и искусствоведы, и мастера гончарного дела, и художники. Представлены экспозиции на любой вкус. Это, например, работы крымско-татарских художников. А это стрит-арт, у которого уже есть последователи в Крыму. Стрит-арт – это новое направление изобразительного искусства. Его особенность заключается в передаче образа современного города. Камила Сефер – одна из представительниц жанра. На ярмарке выступает с лекцией. На сегодняшний день насчитывается огромное количество арт-практик, которые реализуются в городском пространстве и направлены на преображение города, для того, чтобы повысить его актуальность, креативность и значимость, чтобы местным жителям и туристам было интересно находиться в городе. А рядом стенд с кузнечными работами. Каждая деталь кованых и литых изделий выполнена вручную. Надо любить это сильно, а все остальное придет. Потому как сказать, что-то надо одно делать, это неправильно. Надо видеть композицию, надо показать позитив, а не агрессию. Надо показать больше мастерства, и что ты видишь глазами, то показать через руки. 3 дня насыщенной программы. За это время гости Симфортфейр посетили лекции и мастер-классы. По словам организаторов, современное искусство в Крыму получило новый виток развития. Диана Бекмамбетова, Максим Турчев, телеканал «Милет».